Для нас даже самые сильные — это лишь грязь под ногтями. Приветствую вас, друзья, с вами Верос, и пора очередную грязь уничтожить, очистить наши коготки, и Хорн на пути долго не стой, зашибем. Ну что, сдаем ход. В принципе, нарскийцев сейчас Энкари переманивает. Кстати, вот в противостоянии Энкари и Хорна все-таки отчасти, наверное, даже Хорн был бы предпочтительнее, возможно, по причине того, что, ну, будет союзников вот так вот переманивать, каких-то мелких нарскийцев. Может, даже, если получится, еще там огров тех же. Ну, а Кислив, мне нравится, как Катька напирает на Нургла. Просто зажимает его. В принципе, если Катя сейчас зажмет Энкари, просто знаете, почему как бы так смотришь и отчасти радуешься? Ну, во-первых, это Кислив, да, все-таки. Как-никак за Кислив переживаешь и топишь, даже когда его уничтожаешь и топишь в буквальном смысле. Так вот, самое, может быть, даже приятное то, что для Кати не мы основная цель. То есть вон армия у нее показалась на границе, кстати, с нами. Но это армия, ну, конфедерация. То есть она подписала конфедерацию, присоединила фракцию. И по наследству от Захаровны вот армия там у Катьки возле нас и осталась. Условно. Но основные войска она ведет вот, допустим, в сторону Нургла сейчас. Может, там и Инкари будет воевать. Так, отцовское дело продолжать. Заранее начинает. Это приятно. Это даже очень хорошо. Право прохода. И смотрите, они прямо уважить нас хотят. Нехило. Прям нехило хотят нас уважить. Ну ладно, давай вот так. С крысками можно договориться. Тонги. Ну, тонги пока могут и нейтралку держать. А эльфы круг почета прошлись по нашим землям, и все. Нарскийцы вернулись. Но они с ними сейчас, наверное, уже не воюют, раз вассалом стал тот для Энкари. А они не захотели Энкари объявлять войну. Ну, тем более, зачем, если рядом есть мои земли, правильно? Точно так же, как и вот этот. Появился на чужой территории, в другом регионе, в другой провинции. Но кто цель номер один? Конечно же мы, конечно же мы. Так, Нургл-то вроде бы союзник нам. Переживать за него нужно, что уничтожают союзник. Но Кислев. Любо-дорого смотреть, как Кислев тут. Хотя нет, это армия не Захаровны. И неплохие стеки. Уже стихийные медведи. Тут все как положено. Пока мы охотимся за душами, она охотится за новыми войнами. Ну ладно. По постройке сейчас я не буду. Сейчас Юрец смотается. Ну, конечно, этот достанет нас. Этот тоже достанет, если на ускорение попытаться идти. Можно встать вот сюда. В любом случае, на этом ходу мы не выйдем на боевой рубеж. Поэтому вот сюда встать. А с этой точки, я думаю, должны добежать. Можно чуть-чуть, чтобы посвежее быть перед основным сражением. И надеяться общать на автобой немножко. А интриги в сражении там нет. Голубые ужасы. Голубые ужасы. Голубые ужасы. Ужасы. Так, алтарь багровой жатвы здесь. Давай по монетке. Начинай развивать сюда.
оборону в любом случае. Ну, хотя, ну тут уже башня укомплектована здраво. Но здесь, например, ну, ургликов заменят, так что пусть будет. Пусть будет улучшение во благо. Перемалывается. Пирова победа. Ну, надеюсь, хватит того, что останется. Чтоб сопротивляться новым напастям. Издаем. Такими темпами, в принципе, можно одержать победу по сюжетке. Прям в плане серии очень быстро. Наверное, такой подход мы будем использовать. А там дальше посмотрим. Чтоб уже точно никакие вылеты, потому что, ну, какой-то непонятный вылет опять же случился. Файлы все проверку проходят, проблем не должно быть. И здесь уже игра начата не на какой-то версии ранней, да, здесь уже актуальная версия была. Моды я тоже выключил, даже камера. Сейчас даже камеры нет, вообще ничего постороннего. Все как положено. Но вылет случился. Так что лучше, действительно, я думаю, сюжетку сейчас выполнить. Закрыть этот гештат. И уже дальше смотреть. Либо будем уничтожать, выжигать. Либо будем что-то новое начинать. Даже не в Вархаммере, а там, я же говорю, тот же Сёгун второй вспомнить. Те же моды на Тилу. Это можно. Поиграться там. Повосстанавливать какие-то сюжеточки. Так вот. Красиво. Аккуратно. Душевно. Гасить врагов. И создавать интригу. Так, гнилой рой, давай. Там Кугат просто отсиживается, отбивается со всех сторон. Дипломатические отношения с ними, либо обзор на карте компании и прозрение. Ну, давайте прозрение сейчас возьмем. Конфедерация, родичи. Ледяной двор тут, смотрите, просто нон-стопом конфедерации сейчас фигачит. Всех присоединяет и, скорее всего, даже Касталтыны, я думаю, сейчас присоединит. А Катька не воюет уже с эльфами, я почти уверен в этом. Она с многими воюет, но вот с представителями империи и с эльфами в конфликте не замечено. И есть такое дело, есть. О, Юрец, Юрец, блин. Тут вот эта шушера появилась. Ладно, и средние потери еще обещают. Ну твоя же душа будет вертеться. Ну, ладно, давай. Соблазним отряд. О, кстати, низкие потери сразу обещают. Давайте попробуем автобой. Но покоцал прилично, в принципе, на самом деле. Чую возражать. Хотя вот этот после, конечно, уничтожать я не буду, если уничтожат, возражать не будем. Но возражать придется во время сражения точно. Ладно, идем в бой. Хотя прокачку можно было использовать. В принципе, но мухи жалко, конечно, то, что уничтожать обещает. Мух, вот да. Мух однозначно жалко терять. Остальное, ну, можно было бы согласиться, даже вот эту пару отрядов потерять, если бы мухи и герой самый. Главное, оставались бы в живых. Он чуть-чуть, он сейчас, он уже бессмертный на самом деле. Просто не прокачал перед этой битвой. Он же 20 левел мне получил. Он же как раз получил 20 левел. Но напакостили нам гоблинцы.
Причем, я бы не сказал, что это низкие потери. Это даже вполне себе средние. Очень даже средненькие. Надо было разыгрывать битву. Хотел уже быстрее с тобой разобраться. И отправиться в мир смертных. Там столько движухи сейчас. Там столько красивых дам бегает, которым нужно уделить внимание. Медная цитадель. Крепость кровавого бога. Обитель трона черепов. Цитадель охраняют 888 кровожадов. Но чтобы выманить стража ворот, нам нужно лишь пробить брешь во внешней обороне. Начните с руин форта, уничтожьте его гарнизон и захватите образ разрушения. Это позволит вам закрепиться и запастись всем необходимым для грядущей борьбы. Вам нужно захватить еще два образа, чтобы одержать победу в битве. Кровавый бог обратил на вас свой взгляд. Докажите, что достойны его внимания. Да начнется бойня. А пусть обращает. Пусть, если хочет, обращает. Мы, в принципе, не против. Ну как вы плотно стали здесь, а? Эх, малет не зима. Ладно, вас мы воскресим потом. Ты постепенно будешь восстанавливать ХП сам. Вас, конечно, надо будет лечить. Ухи. Погнали. В этой битве мы потери-то легко восполним. Так, а ну-ка приползи сюда. Если использовать хотя бы один раз. Хотя бы на старте закинем. Сейчас пешочечком попробуем напасть летящей походкой. И чё? Не подчинилась. Не может, говорит он, пешком напасть на них. Все-таки это только починят еще. Во-во-во, давай. Собираемся. Взлетай. Натиск в любом случае. Он взлетает, делает натиск и лишь после этого отходит. Прикольно. Конечно. Ну, в следующем патч, да? Обещались. Вау. Тает. Тает на глазах. Сколько у тебя уже? 10 тысяч? Просто реально известный будет.
Так, все, их расстреляли. Взлетай. Готовимся к обороне. Вас можно выставить вперед. Да, вас уничтожат, но мы вас призовем попозже. Но это прям в финальном раунде уже будем призывать, потому что с ХП будет столько же. Вот с каким ХП они зашли в бой. С таким только... Эти отряды символично будут со своими героями. Мух можно не сливать их, так, ну сразу, если что, отправить в бой, когда будет такая необходимость. А остальных почему бы и нет. Пусть сразу работают. Выживут? Пусть живут. Нет. Недостойны они нашего демонического величества. Какие аккуратненькие скелеты. И черепа. Бесхозные. Не на трон пошли, а здесь так и лежат. Так, бомбежечка. Ставим сразу тут вышку еще. Давай, чуть-чуть. Переключаем. Нагружаем пушку. Кстати, наверное, ты сейчас и пойдешь пушку уничтожать. Пусть вышки бьют по пехоте или минотаврам. А демон непосредственно уже будет пушку уничтожать. Хотя вышку уничтожит к тому моменту, как он подлетит. Но благо он не пошел на это. Он не стал пушку пытаться уничтожить до последнего. А что у нас по подкреплениям есть? Давайте, вызываем. Давай. Гаси пушку. Не халтуй. У нас даже здесь голубых ужасов понемножечку щемят. Сдерживать.
один отрядик уничтожен. Но голубых ужасов. Уничтожен-то больше уже отрядов. Все, красавец. В коем веке ты это сделал? Подключаем. Лечим. Ну, а есть буря огня. Очень хорошая способность, но сейчас ее закинуть некуда. Поэтому, в принципе, просто взлети и ждем. Твоего выздоровления. Так, отставить. Немножко можно было бы поставить иначе. Кстати, он вышку сломал. На этом фланге. Бегом сюда. И он продолжает ломать. Ну а че ты хотел, да? Такой мелкой сворой заходить. В гости к демону. Так, и вот сейчас, наверное, вышку последнюю я не буду, которую сломали, возводить. Можно хотя отчасти поставить хотя бы третий левел, пусть будет. С этой стороны подкрепления еще полетят. 10 демонов лучше уже не использовать. Исключение тебя пока можно. У тебя все-таки есть добавка ко всему щит. Так, с тебя вернем обратно. И разворачиваемся. Пощады, пощады, поют. Так, как-то не для Кхорна, да? И там еще, так, если мельком слушать, еще вроде бы как Сланэш, Сланэш, Сланэш. Чтоб позлить Кхорна еще сильнее. Так, давай, звереныш, ты хоть регенерацию имеешь. В своем запасике. Выходим на рубеж. Призвать, если что, наверное, мы здесь сможем, если захотим. Основная масса заняла позиции. Пора и нам. Наверное, сейчас заклинания использовать не буду, просто... Бьем.
воздуха и уходим. Пока щит там несколько ударов выдержит, мы уже будем чувствовать себя куда безопасней. Отступи. Как раз щит и... А, хотя знаете что? Здесь вот очень хорошая... тема для бомбардировочки. Но они попытаются сбежать. Да. И еще я и остался под этой бомбардировочкой, потому что он медленно разворачивается. Прям идеальная бомбардировка, что я могу еще сказать. Даже щит восстановил. Пока за ними гнался. Ждем. И перекрестным огнем уничтожаем. Так, эти тоже сейчас распадутся. Демон Принц уходит на... Потому что у тебя ХП уже не восстановится. Конечно, в этом плане сейчас крайне неприятно. Дамажить нужно будет еще по мелочи, но стараться, чтобы у тебя щит к этому моменту восстанавливался. Он не сильно защитит, но лучше, чем ничего. Потихонечку давай. С хвоста их щеми. Щит есть. Музыка утихла. Нечего больше вам праздновать, да? Все, уходим. Уходим. Поставки боеприпасов. Кавалерия в хвосте. Ты как бы, между прочим, здесь. Демоны просто на подстраховке. Тебе даже пока что боеприпасы не буду доставать. Ну а наш демон пусть веселится. Что он наносит урон, накапливает уникальные способности. Ему надо. Для нас это очень даже полезно. Так, есть контакт. Обязательно сразу самые дальние вышки. Самые дальние можем еще вот эту пару на флангах. Пока хватит. Потом нужно будет прислать подкрепление. Хотя бы два отряда, которые будут встречать врагам.
Вас мы потом позовем, вернем. Кстати говоря, а демоны мои... Вот они, они. Кровопускатели Хорна, золотая лычка. Их тоже по золотой лычке мы сейчас, если что, узнаем без проблем. Такс. Атака демонов пошла. Можешь гончих пощемить. И вызываем, давай тогда, Демонесс. Демонеточки, давай сюда. Так, стреляй по свежим силам, а не по этим покоцанным. И не по быстрым особо целям желательно стрелять. Так, вот она пушка. Пошли ее уничтожать. На данном фланге пока пушка не присоединилась. Давай, 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 давай. Быстрей. Халтуришь жутко. Демон на полставки. Если они решат напасть, ну пусть нападают. Сейчас есть заклинание, которое будет неплохо залетать в эту область. Только ты зря выпрыгнуть попытался. Там бы сейчас еще больше подлетели. Так, и больше пока никого. Замечательно. Замечательно. Колесницы вон делают гадости. Мухи, подключитесь. Я про вас не забуду. Не должен, по крайней мере. Герои все, подключитесь. И кровавое святилище. Пытайтесь уничтожить. Распространение заразы. Существа не могут умереть. Ну давайте вот так вот. Тут героев много. И драка у них как-то солидней, что ли. Он тем более прыжком практически вырвался из толпы и уже может уходить, щит восстанавливать свой. Вышку уничтожили. Мухи вы... недалекие. Вы их строили, чтобы так уничтожать? А нет, вот она еще есть, пушка. Ты нам нужен здесь. Бегом сюда. Накидали все, что только можно было. Пушку все-таки, кстати, уничтожила черепа-пушечка. Ты с ней не справился, да? Гад ты этакий. Как так? Вы в них попасть нормально не можете. В итоге фурии здесь и сносят наши вышки. Четвертого вышки, как и третьего, не особо хороши, я бы сказал бы. У демонов в плане точности... Да, если попали, то хорошо попадают. Но этого мало. Mercy.
Байк поехал за черепами, а в итоге останется сейчас не сейчас. Но он же черепа получает в бою. Потом может стрелять еще и. Активнее давай, ну что ты халтуришь? Сейчас героев попробуем, наверное, всех похилить. Еще разочек способность эту используем. Тебе, конечно, бесполезно, но есть кому еще это поможет. Реально летуны? Не, они распались. Я думал, сейчас все-таки фланг не разрушит там полностью. Но раз сейчас точки захватывать нельзя, то вышки там восстанавливать до максимума и не стану. Ну, вдруг что-то поможет, вдруг какой-то баг будет. Поучаствую в этой оргии. А, и кстати, да, надо ж в срочном порядке разворачивать. Тут вышки-то подтягиваются. К нам гости уже идут. Подключайся. Подойди, твои бонусы в любом случае сработают. И штрафы. Ух ты, как быстро их тут раскрошили просто. Демонеточек наших. Так, а ты подключайся, чё? Да что, коллега, по цеху? Способности достаточно хорошие у Иши. Ну, полезные. Может, не конкретно сейчас, но в целом полезным. Так, ладно, ты только себя подлечи сейчас. У тебя есть запас. Общую хилку оставим. Хотя, скорее даже уже скоро ты не сможешь восстанавливать. Только на тебя и на Слонэш. Боеприпасы. Идешь сюда. Герои пока что в центре остаются. План какой был, такой и остался. Бомбежечку можно будет подождать. В принципе, кого-нибудь. Либо сейчас зацепить сразу юрцом толпу. Как это мы сделали вот тут. И бомбежку кинуть. Вполне себя должно оправдать такое действие. Только вышки. И ничего кроме вышек. А вперед выставляем... Давай, Демонесса. И обычных разносчиков.
Могут даже подставить свой фланг. Заразились от слоныша. Страж ворот Хорна. Это и есть принц-демон, за душой которого мы охотимся. Кстати, для принца-демона нашего могли бы сделать... О, подожди-ка. А здесь как-то реально сейчас тесно. Мне кажется, или все-таки было больше места раньше? Потому что, ну, точно, когда я играл в раннем доступе, да, вообще впервые дали на этой карте, здесь было однозначно больше места, вот так вот. Сейчас я смотрю, тут вообще все очень плотно. Сейчас мы кровожада призовем. Он будет развлекать тебя. А здесь нам надо бы толпу собрать. Но толпу, кстати, собрать не получается. Они не особо против всей этой движухи. Кровожада прям легендарный-то покрошил. Так, кого призовем? А или туча. Его будем бить в воздухе сейчас. Герой, отправляйтесь сюда. Ух ты ж, смотри. Ну, да, за малым его практически разбили, но и наш принц остался. Так. Еле-еле душа в теле. Пятьдесят процентов скидка, говоришь, да, пока что? Давай, бей его. Он за нашим легендарным лордом побежал. А где там заклинание, которое вот это, да? Сильнее против персонажей. Сейчас закинем. И не долетел. Осталось только добить то, что останется, и призвать вас. А, кстати, еще голубые ужасы одни уничтожены. Но здесь нужно дождаться скорейшего их восстановления. Еще одни уничтожены.
Давай, активней. Призываем. Призываем. И один отряд, скорее всего, не успеем. Хотя еще можем. Сколько? 4%? 4%. Эти призванные, похоже, под залпы своих же орудий отгребли знатнейшие. Ну, там они и пришли, конечно, покоцанные уже. Так, тебя можно подлечить. Тебя можно подлечить. Бегом сюда. Ну давай. 4%. Пока там те бегут, у нас есть шанс восстановить тебя полностью. Замечательно. И можно всю армию, ну, за исключением вас и вас, отправлять вот сюда. Бегом. Сохраняем численность, хотя бы то, что у нас есть. В остальном вроде бы всех зазвал. А, кавалерия. Хорошо, что проверил. Сейчас можем успеть. Успели. Прям в последнюю секунду успел кавалерию спасти. 13 бойцов, ну, там, печалиться бы не стал бы. Вообще, в принципе, из-за этого отряда. Но пока. Есть возможность их сохранить, пусть будут. Там дальше распустим. Ура! Несущий чуму. И казалось бы, к чему тут Нургал? Да, все отряды вон остались в строю. Все в бою. Хотя голубых ужасов можно было сильнее долечить, но... Они живы. Уже хорошо. Они держались долго. Вдобавок ко всему. На них там обрушилась вся мощь Хорна. Стояли в первом ряду. Смотрели на это. Участвовали. Бились. Так, во имя кого? Забавно будет сейчас, ну, хотя, почему забавно? Было бы, я бы сказал, даже Лорна, во имя Хорна. Сейчас, давайте так и сделаем. А что я хотел сказать, вот, принц, чтоб наш побеждал другого принца и забирал хотя бы его оружие, например, трофейное. Либо голову мог бы использовать. Ну, вот, уникальное что-то получается. Только играя за данную фракцию. Но, к сожалению, этого нет. Эссен is not dead. The bear still clings to life. Of course, God.
god blood to break a curse. Too long. I was imprisoned in shadow. Finally, my flesh returns. Flesh to tear, little demon. When I am free, you will know the wrath of a god. The funds of the forge are strong, and you grow weak. Our journey is not complete. The Lord of Shadows is a shadow no more. With his curse broken, he can pursue his burning desire to enact revenge and dominate the world. Может, но мы ему не дадим. Так, фракция уничтожена. Звероловы. Мы еще и здесь, кстати говоря. В не особо удобной ситуации. Отлично. Душа завоевана. Согласен. Воинственность сейчас зашкаливает. Так, способность... Голова... Стремление к власти не особо меня интересует, стремление подобное. Где моя любимая? Вот она. Крылья. Клыкастые. Истребитель слабых. Такое себе. Кровожадность тоже не используем. И вот истребитель таких же слабых и немощных. Альтернатива. Не особо интересно. Крылья. Пока что Нургл самый интересный. Даже туча мух. Защита в ближнем бою. 9 штук. Это может помочь. Так, шипастые рукавицы. И больше ничего. Но нам сами шипастые руки нравятся. И оружие... Зазубренная пика. Да, давай. Ничего, в общем, интересного. Предложить вы не можете, значит, да? А давай останешься с этой секирой. Усы и хвост. Разносчики. Скорость увеличить. Для жаб нет. Это мы не будем использовать. Содержание для отрядов Дзинча. Берем. Дипломатические отношения со всеми фракциями. А сила оружия для рыцарей. Колесниц. Скорость крикунов, отродий. Тоже сейчас не сильно нужно. Нурглики. Нурглики, нурглики, нурглики. Скверна хаоса неделимого. Плюс один. Данная провинция. Можно взять, ну... Что мы будем с этим делать сейчас? Содержание подуменьшить. Например, тех же отрядов Нургла. А давай. Теперь ты заслужил бессмертие. Молодец. И прошел испытание смертью. Выжил. Ну, мы тебя там оберегали, чё. Ты не погиб. Вы практически дошли. И надо будет героев уже сейчас готовить. Новых качать. Новые герои. Давай око. Толстую кожу. У тебя основные заклинания уже изучены. Колесницу, ну, на 22-м. Давай, ладно, колесницу. Вот эту возьмешь. Ту колесницу уже будем качать для нового героя. А тебя отправлять придется на свою территорию пока что. Причем, возможно, на ускорение. Ситуация такая. Давай. Включай ускорение и попёрли.
Но продолжение будет в следующей серии, друзья мои. В принципе, душу захватили. А в мире смертных, не сказать, чтобы мы тут многое сделали, завоевали. Пока только восхищаемся Катариной, которая словно проснулась, очнулась и решила защищать свою родину. Надо отдать ей должное. Отдать должное, ну и потом дать по морде. Мы все-таки демоны. Нам это можно. До следующей серии. С вами был Вера. Всем добра. Пока.